Всем здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Мастодон. И вашему вниманию представляю очередной бой в режиме 2 на 2 на 2 на 2. Играю я за космодесант. Со мной в команде оказался некий Get Lucky за Imperial Tau. Карта Орианские джунгли. Как наши противники. Обсидиан играет за Темных Эльдаров. С ним в команде играет Сад за Империю Тау. Так, за космодесант играет Бас Пауэр. С ним в команде играет Вася Фролов за Эльдаров. Видим, сразу использует читерский путь развития через три генератора. Нехороший мальчик. Так, за космодесант играет МД Зодиак. С ним в команде компьютер. Ник компьютера, а не NPC. За хаос играет. Иду я через быстрый течь, два генератора. Тут оружейку поставил. Нашими оппонентами были Обсидиан и Сад. Так как они находятся на этих респах, но они всегда сражаются с теми, которые находятся, которые находимся мы. То есть двое из нижних респов, это Хаос и Космарь, должны разобраться с Эльдаром и с Космарем, Бас Пауэром. И что мы видим? Тут перепрыгивает своими гелионами обсидиан. Пытался убить мне тут строителя, я успел застроить точку. И сразу отбегаю в другую сторону, бегу. Тут застроил свою точку, и не могу я пройти сюда. Так как гелионы потом будут преследовать моего рабочего и убьют его. И сносят мне тут генератор. Пока нечем отбиться, так как у меня быстрый Т2. Position secure. Потерял я один генератор уже. Тут видим тоже Васю Фролова наказывают за то, что он быстро переходит в Т2. Правильно, надо так поступать с такими читерами. И тем временем я тут начинаю терять второй генератор. Я пишу: Тау, ты не видишь? Меня сносят. Успел я поставить тут храм бога машины на другой стороне. Начинает теперь ломать мне точку. Я тут поставил подальше генератор. Прячу своего рабочего, чтобы не нашли его. Тут бежит своими мандракорами обсидиан. Шпионит. Вместо того, чтобы подойти и меня прикрыть, Тау тут борется за точку, которую и так они заберут враги. А тем временем я потерял два генератора. Это очень ощутимо, особенно в начале. Наконец-то вышел у меня ленд. На второго ленда, видите, не хватает энергии, потому что я потерял два генератора. Вася Фролов пишет, что его союзник нуб. Когда находишься на этой респе, где респ Вася Фролова, нельзя течиться, потому что сразу бегут атаковать противники. Надо течиться на том респе, вот где Космар стоит. Он должен был идти быстрее Т2, а Эльдар должен был спамить пехоту. Также МД Зодиак, вот он правильно сделал, он знал, что в первую очередь будут атаковать его респ, он поставил казармы и начал спамить пехоту.
Снился тут Вася Фролов. Как был нубом 3 года назад, так таким же и остался. Быстро завладели тут враги с дополнительным респом. Тем временем я тут своим глайдером гоняюсь за гиллионами, пытаюсь их уничтожить. Ставлю генератор и тут теперь уже. Пытался он снова убить моего рабочего, но я успел его спасти. Вышел у меня еще глайдер. Заказываю 3-го глайдера. Тут нужно было прогнать этих гиллионов. Видите, он на этих гиллионов очень много ресурсов тратит, постоянно пополняет, реинфорсит их. И перепрыгивает на респ к хаосу, к компьютеру. Хотел натравить хаоса на нас, видимо. Тоже тактика. Тут центр занимает сад. Мой то, видите сами, это не тот, которого я хотел. Ну, ни одной пачки воинов огня тут нету. Не смог я увести своих разведчиков. Хотел тут невидимку черепа присоединить. Из них снайперов сделать, но не получилось. Потерял я их всех. Тем временем я тремя своими глайдерами теперь прилетаю на базу к обсидиану. Тут помогает Китлаки своими 2 пачками XV-15. И начинаем выстреливать все, что видим. Тут делает он сразу короносцев, видеотехнику. По центру тут собирает сад свои войска. Вот видим наконец-то первую пачку воинов огня. Тут успевает быть вторая пачка короносцев. Уже плохо. Либо они быстро перестреляют моих глайдеров. Пытался добить одну пачку. Но потерял их глайдер, приходится отлетать. Потерял контроль над последним глайдером. Выходит команду, подсвечивает этих невидимок. Видимо, в этот момент забыл про своих невидимок. Бас Пауэр, видим, не видит культяпок, которые стоят в инвизе. Тупо теряет свой отряд, не выводит ничего. Стоит АФК. Повезло нижним командам, своими оппонентами. 2 нуба они попались. Не то что нам, обсидиан. С ним играл я уже, по-моему, тут в Брянских джунглях. Неплохой игрок. Сад тоже видим, что умеет что-то. В отличие от моего Тау, который тупо стоит.
сделал я штурмовиков, чтобы перепрыгнуть эту гору, эту лесопосадку. Заново пытается тут отстроиться сия. Перешел я в Т3, поставил сразу центр орбитальной связи, начинаю заказывать терминатор. По центру САД зачем-то агрится на нижних оппонентов. Не самая лучшая идея с его стороны. Надо было давить на этого гетлаки, на моего союзника. Давно бы снес его. Зачем-то он встал тут, непонятно. Надо идти, не бояться. Это в таких мувах обычно проигрывают новички. Да, все, теряю тут свои войска. Тем временем я тут перепрыгнул штурмовиками. Тут бывает буря, остался один. Не один, а заказал нового. Сразу скидываю отряд терминаторов. Теряет свою главку тут обсидиан. А его союзник потерял тут все свои войска. Вместо того, чтобы прикрыть его. Сбрасываю я сюда его штурмовой терминатор, чтобы до конца уже разобраться, пока не перехожу в Т4, только нахожусь в Т3, а пацаны-то снизу, они течутся спокойно себе, что там давно имеют два респа, он для зодиака. Обсидиан наливает из игры, понимая, что его сейчас несут, смысла нет дальше играть. САД Тау тоже стоит без войск и ливает. Понял, что союзник слит. Теперь остались оппоненты снизу, это МД Зодиак и компьютер. Видимо, что у гитлаки не такая уж большая армия тут. Если прямо сейчас они пошли бы нас, легкую продавили бы нас. Но пока не дают нам время захватить точки, застроить их. Сбрасываю ее через орбиталку строителя, начинаю застраивать точки, которые захватил. Пикаю нашему моему Тау, чтобы взял точку тут.
Перешел я наконец-то в Т4, начинаю заказывать Landrider. Чтобы видим, у них войска намного больше, чем у нас. Космодесантники есть, а у меня кроме терминаторов и штурмовиков никого нету. Тут Кутяпки начинает в инвизии расстреливать терминаторов. Он думает, так же разберется, как с бас-пауэром. А я начинаю искать моего черепа, где-то он тут был. Вот он, нашел его. Череп подлетает, подсвечивает. Начинаю расстреливать этих Кутяпок. Решаю заключиться с хаосом. Что делает мой союзник? Пока подошел мой союзник, я потерял всех своих штурмовиков. И как спасли тут терминаторы штурмовые. Пытался я тут самолетом убить рабочих. Сюда подъезжает Космари. Начинает скидывать орбитальный десант. А у меня тут пока десанта и не было. Я сюда кого посадил? Кого-то посадил я сюда. Начинается замес. Сразу врубает обилку неубиваемости, расстреливает моих штурмовых терминаторов. Пытаюсь убежать тут своими терминаторами. Очень плохой размен. Я потерял намного больше. Сбросил тут дредноут. И кого я там? А, серых лицей сбросил. Кого я посадил, я думал, серых лицей. Быстро их сбивают. Я думаю, дредноут сбросил, но сбросил серых лицей. Подъезжает тут Мурган, начинает расстреливать терминатор. Сбрасывает на Мурган серых рыцарей зодиак. Я сбрасываю тут дреда. Пытаюсь расстрелять их уничтожителей. Подбегает своим уничтожителем. Проезжаю я на базу к хаосу. У меня там десант был готов. Тау стоит тут по центру. Половина воинов просто стоят, не стреляют.
подвел бы чуть поближе. Космаря тут уже всего лишь. Хотя Терминатор и Лэнд остался, можно было перестрелять их. Тем временем я сбрасываю тут десант на базу Хаоса. Пытаюсь разрушить экономику, здание, все что найду. Сюда сбрасываю штурмовых терминаторов. Рояк начинает тут с принцем демоном ломать мой лэнд, но принц демона потерял компьютер. Мои дрыды помогли его уничтожить. Потерял я тут своих терминаторов. Бегу одним лендом тут повязать уничтожителей, одним дредом. Пытаюсь уничтожить тут сразу врата машин. Ну, Тау не мог тут своими войсками, не может прожать один ленд. Терминатор стоит тут. Что застояло? Мне приходится тут сражаться против двоих. Без конца сбрасывает то, что маяков, то дредов, НД зодиак. Почему атакую Сэма? И начинаю я терять тут своих лендов, дредов, все что есть у меня. Атака моя провалилась, кроме врата машины я ничего не тут не смог. Так как его дефает двое, мой таун стоит, курит. Пишу я ему, я разозлился, извиняюсь за это, сгорел немного. Ты нуб. Чертов нуб. Он меня вызывает один на один. Представляете? Чувак с таким контролем меня вызывает один на один. Слышу я, ты тупица. Ты все равно один на один сосешь. После игры я не нашел его нигде. Один на один. Пока он в лобби в игре сидит, он крутой. А когда выходит из игры сразу. Ни духа и ни слуха. Слил я все свои войска, я заново пополняюсь. Делаю терминаторов, делаю нового ленда, начинаю застраиваться. Чувак стоит тут всей своей армии, не может прожать одного ленда и терминатора, тем самым позволяя зодиаку отдефать компьютера. Если бы зодиак стоял и дефал своего ленда тут, или центр дефал, тогда бы я бы снес по 1-1 хаосита. Не потерял бы я свои войска, видите, у меня по ресурсам уже нету в запасе ничего. Чувак просто стоит, дефает вот этот проход и все. Тут прыгает своими невидимками. Настраиваем точки, видим. Он, наверное, был занят своими, управляя своими невидимками.
Трудно же одновременно управлять двумя войсками. Посадил я десантные боты своих терминаторов. Кто-то заказал новых дредов. Отъезжает в центр своим вендом, чтобы поддержать деф нашего Тау. Понимаю, что нельзя высовываться так, пытаюсь отъехать. Я тут ему пикаю, покажи его базу космодесантика, мне надо было, чтобы показал. Я хотел сбросить сюда десант, но он стоит тут, он уничтожает термоген. Пикаю, покажи мне тут. Я сейчас скину туда, но не тебя. Чувак управляет этими войсками. И очередной раз зол. Приходится мне сделать черпа. А вот я делаю тут черепа, чтобы провести на базу. Ибо ждать от него подсвета базы нельзя было. Не может тут протиснуться мой череп, застрял. И вот я иду своим черепком, чтобы подсветить базу зодиака. А он все хочет, он своими невидимками ломает точки. Своя игра. Подвел я черепа, начинаю сбрасывать сюда десант. Сразу врубаю отделку неуязвимости, перестреливаю тут все, что вижу. Тут алчущий крови бежит, чтобы держать базу. Сбрасываю орбитальный удар. Да, у него тут вторая главка стоит на базе у Хаусита. Выходит у него новый ленд, очень печально, не вовремя я заехал. Если он подсветил бы раньше, когда тут сражались по центру, тогда бы я успел бы скинуть, успел бы снести. У него ленд пока находился по центру. А пока я вывел черепка, подвел. Видите, так сложилось, что у него вышел ленд, подходит еще алчущий крови. А он тут по центру. Кайфует, стоит. Теряю я тут своих космодесантников. Начинаю терять своих терминаторов. Пытаюсь разобрать сразу же Лэн. Уезжает тут своим лендом.
пытаюсь сломать этот ландрайдер. Получается. Тем временем он скинул мне на базу тоже десант. Подлетел самолетом, скинул десант и сломал мне центр орбитальной связи. Построил я новую. И не смог я в это время сбрасывать десант. Все-таки удалось мне сломать его ленд. Да, видимо. А он новый не может заказать, потому что тут Тау по центру снял ему релитую точку. Видите, как получилось. Все-таки не безрезультатно получилось. Все-таки я смог лишить их дендрайдера. Супер юнитов. Теряю тут алчащего. Тоже остается без супер юнита. Я тем временем, кстати, пока туда скидывал десант, пытался тут своим лендрайдером снес главку лендрайдером у Хаосита. Веду войну на двух фронтах, а Тау стоит по центру, не хочет. Своя игра. Он застраивает тут куча точек, у него Симс. Подлететь своими невидимками, сломать, помочь мне, не. Надоедать по всей карте, не. Такую игру не знаю. И заново я начинаю тут заказывать терминатора. Командира делаю. Бегу тут рабочими отремонтировать свой ландрайдер, который покоцанный. Да, это хорошо, что он тут невидимками своими прыгает и ломает ему точки, но можно было эту игру уже давным-давно закончить. Когда я первый раз атаковал Хаосита, я бы его снес и все, следом бы Зодиак тоже ливнул бы. Вместо этого я тут потерял все свои войска, они вдвоем меня отмудохали, пришлось делать заново войска, и игра продолжилась, а лишние какие-то минут еще 15-20. Victory countdown has begun. I am the Emperor's will made manifest. Не понимаю, что тут пишет компьютер, видимо, пишет, что он нуб за хаос. Если это нуб за хаос, тогда бери расы, зачем случайные ставить. Выходит из игры, как начинают сливаться они сами, начинают писать такую ересь. Ой, ну, мне идти надо, нет времени. И тут смотрите, что происходит. Высаживает тут десант на мою базу Зодиак, как понимает, последнюю попытку уничтожить меня, хотя бы забрать с собой. У меня-то тут, видите, по всей карте настроены главки.
Я тут Лэном, кстати, еду. Видите, он стоит, не может подсветить. Я тоже забил на него уже. Еду своим Лэндом, чтобы подсветить базу космаря. И скинуть сюда десант. Тем временем он начинает ломать мне базу. Скидываем десант. Видите, который в капсулах сидели. Я начинаю скидывать десант на его базу. Ломаем центр орбитальной связи, чтобы он не мог ничего десантировать больше. Пусть тут ломает. Вполне тут. Здесь база еще. Понимаю я, что на базе у Хаоса у него тоже есть постройки. Тут Хаос слит, это баг повтора. И телепортируюсь на базу Хаоса своими терминаторами. И дальше искать его постройки. Все было уничтожено. Тем временем он сломал мне тут базу своими пехотными войсками. Встречает его курица. Я начал застраиваться тут сверху. Начинаю скидывать десант сюда, на базу Хаоса. Вижу, что тут куча турелей стоят. Начинаю их сносить. Тем временем находит он машинки. Ломаем барак дредноутом. Вижу тут храмы бога машины. Начинаю их ломать спокойно. Вообще не обречаю то, что происходит у меня на базе. Начинаю ломать ему последнюю главку, единственное здание, которое осталось. На этом ДЗЕ проигрывает. Почти что добрался до моей базы тут по центру, возле реликтовой. Скидывайте сюда наверх, на всякий случай. У меня тут главка апнутая до Т3. Вот такой вот бой. Подгорел я от своего союзника. И часто такое бывает, но когда видишь, что человек, да, умеет играть, но при этом не делает элементарные вещи. Иногда подгораешь так. Просто постоянно одному все делать сложно. Игра же 2 на 2, пусть он тоже тут подержал бы СМ, например, с ним повоевал бы.
И то войска у него не такие уж большие были, чтобы пугаться Сэма, всего лишь отряд, но штурмовиков, взвода терминаторов было. И Лэнд подбитый стоял. Подойди ты своей армии и сломай ему Лэнд, пройди дальше к нему на базу, подлети невидимками, чтобы он начал дефать свою базу, а не помогать Хаосу от дефаться. Вот такие просто стоял вы, иногда, знаете, руинят катки. Вот из-за таких вот союзников иногда проигрываешь, которые, если им не сказать, не попикать, что-то делать, но не собирается ничего не делать. Мы даже вначале видели, как он командиром Тау тут не подбежал, не помог мне. Если это я был бы, я бы сразу побежал к своему союзнику, начал бы помогать ему отдефаться, потому что игра 2 на 2, и я без своего союзника, которого сломана экономика, я ничего не сделал бы. Мне по-любому нужен союзник, тем сильнее, тем лучше мне самому же. Так что надо всегда помогать своему союзнику и пытаться прикрыть его где-то, если он атакует, чтобы занять второго противника, чтобы он не смог прикрыть его. А тот разобрался с ним один на один. Вот так же я бы снес бы этого хаосиста уже давным-давно, и на этом катка бы закончилась. Нет, надо тянуть катку до 40 минут, поиграть, походить всей своей толпой тут по центру, вперед-назад, все, что он делал. Все, ладно, я его подкорел. Давайте счет посмотрим. Гитлаки по армии набирает 2120, я набираю 1320, Зодиак набирает 1660, компьютер набирает 795, Сад набирает 110, Обсидиан набирает 95, Бас Пауэр набирает 25 и Вася Фролов за Эльдаров набирает минус 20. Нуба читер, нуба смерть. Убито гитлаки 235, потеряно 70, уничтожено здание 25, потеряно здание 9, размер армии 143. Мною убито 125, потеряно 145, вот сколько я своими войсками пожертвовал, просто потерял из-за этого, начал гореть. Уничтожено здание 27, потеряно здание 18. МД Зодиак, убито подразделение 179. Потеряно 178, уничтожено здание 29, потеряно здание 38. Компьютер Хаос, убито 131, потеряно 161, потеряно здание 5. Извиняюсь, не потеряно, а уничтожено здание 5, потеряно здание 9. Так, Сад, убито 11. Потеряно 42, уничтожено здание 3, потеряно здание всего 1. Обсидиан, убито 8, потеряно 39, уничтожено здание 2, потеряно здание 8. Бас Пауэр, убито 13, потеряно 56, уничтожено здание 0, потеряно здание 5. Вася Фролов, убито 0, потеряно подразделение 11, уничтожено здание 0, потеряно здание 3. И все. Топ-1 по ресурсам гитлаки. Самый технологичный МД Зодиак. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Понравился ли вам бой. Всем удачи, ребят. Пока-пока.